не бойтесь. Уже боюсь. Значит, меня зовут Ольга, мне 23 года. Я закончила Минский профессиональный средний... Ну, как есть, уже говорите. МГПТК торговли, торговая техника. Сейчас я учусь в нархозе ГЭУ на факультете маркетинга. Учусь заочно, на сокращенном. Также работаю администратором фирмы, которая занимается мебелью. Очень люблю активный образ жизни. Обожаю путешествия, танцы, спорт. Ну, нет таких вещей, которые меня просто не интересуют. Про танцы это хорошо. Ночная жизнь тоже, клубы. Да, интересует все полностью. Нет таких вещей, которые бы меня, наверное, не интересовали. Вот. Вы считаете, что интересная программа у нас в клубах? Как народ там отдыхает? Достаточно, может быть? Я бы хотела, чтобы в Минске открылся какой-нибудь еще новый клуб. Какой-нибудь... И не один. И не один, и, например, там четырехуровневый, чтобы на каждом была разная музыка. А может быть, лучше живой все-таки, вот, да, какой-нибудь джазовый клуб? О, это я тоже очень люблю, возможно. И есть такая очень интересная сигарный бар, например. Ну, это бред. Бред? Курение. Нет, все надо. Здоровый образ жизни. Юный. Там пластмассовые сигары. Бабушки. Вот, клубы, как бы ночная жизнь, это, конечно, хорошо, но... Путешествия тоже очень люблю, то есть люблю интересных людей, выставки, ну, искусство, полностью все интересует в этой жизни. Вот, как узнала про вашу, как бы... Компанию. Сестра мне настойчиво начала звонить по телефону: «Оля, я слышала по радио, тебе надо туда попасть, ты должна туда сходить обязательно». И что вы думаете, сегодня мне тоже звонит? «Оля, то есть ты еще дома? Там, по-моему, до 7». То есть я тут рядышком живу, вот, решила... Наверное, прийти. Она должна была вам сказать, что одно из условий, да, конечно, мы убрали в этом году все. Возраст расширили, рост отменили. Да, но в том-то я удивилась, что как бы рост, потому что я... Но мы потребовали за это очень большие, как бы, усилия. Мы хотим слышать от каждой девушки социальный проект. Или творческий. Или творческий. Значит, я занималась танцами, хореографией 4 года, пока училась в техникуме. Сейчас пошла на балет-данс, танец живота. Восточные танцы, как бы. Буквально совсем недавно начала заниматься, то есть освоила еще буквально азы. Буквально к 30-му числу. Буквально азы. Вот, насчет социальной поддержки, защиты, действительно направила бы ее инвалидам. Смотрела много передач. Эти люди, которые... Их надо поддерживать, которые не падают духом, несмотря ни на что, ну, живут в этом мире. И я бы хотела побольше для них организовать каких-то мероприятий, ну, как бы улучшить их жизнь, интереснее сделать. Вот. Инвалидов. Также детей брошенных в интернате. А? Вы были с мероприятиями, а какими конкретными? Что-то у вас уже сформулировало? Какими конкретно? Ну, я считаю, что им скучно жить в мире, как бы, и что-нибудь такое бодрящее, веселящее для них, то есть, что может быть, какие-то компании организовывать. Коньячку, например. Организовывать какие-то компании, может быть, объединяющие их, то есть, непосредственно для них. Не знаю. Вообще, организовать для них компанию очень, на самом деле, нормально, скорее. Скажите, а вы занимались или занимаетесь танцами? Хореографией занималась. Я так понимаю, что у нас не получится вас сегодня раскрутить, да, вот на совершенно танцевальную историю. Это колледж какой на широкой или... Ботанической. А, на ботанической. Торговой, на ботанической. Там, да, кстати, я там занималась танцами. Раиса есть народные, а есть еще эстрадные. Раиса Ермолаевна идет. В свое время она очень популярная. Которая была когда-то в Чаровнице. Да. Вот у нее как бы... Она и сейчас преподает эти танцы. Очень успешно, интересовалась ее карьерой. Ну, хорошо. Точнее, было как-то в общем, но ничего конкретного. Ну, если честно, я как бы не подготовлена была, да, и даже не знала, не представляла, что здесь вообще будет. Заскочили по соседству. Вот, просто проходила мимо. Шла на чашечку кофе и заглянулась. Давайте больше подготовить. Да, вот
вы теперь примерно знаете наши требования, да, и подготовьтесь. И социальный проект, и творческий. Хотелось бы все-таки танец живота уже наконец-то. Хоть раз. На самом деле вы первая станция живота, поэтому у вас есть. Это очень удивительно. Обычно. Да, обычно только танец живота. А тут раз так и все. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Мне, значит, микрофон. До свидания. Согласен, до свидания. Ой, а вы знаете, анкету одна и вторая заполнила, но не до конца. Да. Даже остатки координаты. Вы, да, лучше запомните, чтобы было понятно. До конца. Слава Богу, спасибо. У тебя. Запомнили там все? Вы до конца запомнили, да.